Словно наполовину 6 лет назад. 6 лет назад я начал играть в Майнкрафт. И в общем, я сейчас начну это. Почему? Потому что вы, наверное, знаете, о чем этот летсплей. Короче, всем привет. Сегодня я Богдан, и начинаем играть в Майнкрафт. Так. Создаем новый. Я, короче, вот такого. Давайте ведем, например, как. Вот название моего канала. Творческий режим. Начальный. Тьфу, бонусный сундук. Не-а. Все, короче, будем вышивать по-новому, короче. Всем, короче, поехали. Если вы будете еще, короче, ладно. Все, выключу камеру, потому что когда вы создаете миф, камера в Майнкрафте, это, конечно, не круто, потому что это скорее всего, это, между прочим. Но и, скорее всего, вот наш сундук, и вот нам все вещи. Только почему-то я не понял. Ну ладно, давайте возьмем вот это, и вот это, и палку, конечно, как же без этого. Ну, наверное, всем известно. Ага. Бам. И соединяем. Опа. Так, надо уже все подготовиться. Вот и катку. Чтобы открыть чат, нажми открыть чат, чтобы открыть чат. Пф, да ну, кто это так следует? Смотрите, получится у меня. Пак! Класс вообще, блин, пацаны. И, короче, мы играем в Майнкрафт. Короче, смотрите. Сейчас будем строить дом из всякого прочего этого, так сказать. В пещере мы не будем, потому что там много всяких страшилок. Ну, кто ее знает? А? Ну, кто ее знает? Ну, кто? А? Ну, кто это подумает? Все вы, наверное, думаете, что... Так, у меня осталось несколько. Сейчас построим вот это и из вот этого. Короче, вот здесь это будет мой пол. Будет вот это мое. Все это там всякая прочая фигня. Кстати, если никто не видел правый верхний угол в подсказках, там у меня была информация о Майнкрафт. Короче, как вы видите. Хотя, стоп. У меня же не такое видео. Поэтому я не снял вот это. Ну что это, блин? Так. Опа, готово. Смотрите, можно входить на нем, правда? А я думал, как-то много еще посильнее хоть бы. Так, ладно. Ладно, пока что переночнем. Ой, я забыл уже кровать-то. Так. Можно пока что сходить там, что-нибудь есть. Там еще прочее. Ладно. Пропустим это все это дело. Так, сатыкал-то я только что начал. Вот смотрите, у меня есть деревянный топор. А как им пользоваться-то? Вот так вот. Что-то я не вижу прям. Заходим в скалы. Там в скалах есть ямка. Вот ямка это вода. Лучше не наступать на эту ямку, потому что... Ну ладно. Ух ты, я могу телепортироваться. А ну-ка. Ладно, пофиг. Я могу телепортироваться куда-нибудь. Смотрите. Я с этой штукой могу телепортироваться куда-нибудь. Эта телепортация помогает сколько всего угодно. Смотрите. Давай. Опа! Ха-ха-ха! Опа! Все, я читер! Но надо сначала искать дом. Где дом, блин? Что-то я не вижу этого домчика, и по сути чего мы заблудились, так кажется. Построенное! Пам! Эй, верните меня обратно. Пак! Не получилось. Пак! Не получилось. А ну-ка. Смотрите.
Телепортируемся! Что это было? Пустота. Давайте отсюда! Ладно, когда полетим. Отсюда полетим. И не полетим. Тут, кажется, еще и телепортация такая бывает. Ну, давайте сначала жиженить построим. Почему бы и нет? И давайте что-нибудь зажжем. А ну-ка. Бам! Ха-ха! Подожди, какое-то пчело. Ой. А меня напугал вот этот лепесток. Что ты делаешь? Вот эта штуковина, я не понимаю. Можно как-то из нее телепортироваться? Ай! Не, не получается. Так, ладно. Пчелы! Выходите! Пчелы! А, 4 пчелы сразу! Ну, давайте одного оставим. Давайте вот эту поставим. Я буду называть ее пчелка. Или не? Или... Давайте назовем ее по-разному, короче. Давайте мы ему придумаем кличку. Лебедь-сосенец. Так. Ой, прости. Так как это работает, блин? Ладно, пофиг. Пофиг, короче. Короче, буду называть тебя просто. Ты куда пошла? А, они все. Вы что, срёте? Не понимаю, что с ними происходит. Они сейчас высаживают. Что, простите? Ну там опасно! Вот там опасно! Блин. Смотрите. Смотрите, чит-код. Опа, читаю на Майнкрафт. Как, конечно, бесполезно хоть бы. Что вы творите? Вы что? Срочи? Ах, сосранцы. Не понимаете, какого пчелиного? Давайте создадим вот это. Давайте, например, собаку. Интересно, какая реакция будет на пчел и на собаку? На пчел и на собаку. Пчелы! Пчелы! Ау! А вот вы где? Держите. Ну нафиг тебе. Ну нафиг тебе. Ты, короче, не реагируешь на них. Я тоже не реагируюсь. Правда, я реагировать я не умею, но я реагировать, правда. Сейчас телепортируюсь на пчелу. Вот эти. 3, 2, 1. Опа! Ха-ха-ха! Что это? Что это такое? А, нет, это просто так. Смотрите, собака и овца. А-а-а! Вот это да, он убивает прям. Давай! Еще хочешь? Еще, 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 еще! Давай, давай! Победи их! Победи их! Победи их! Победи их! Ох ты, вот это поворотит! Ты посмотри-ка на них! Он просто хочет убивать! Посмотрите, он хочет убивать! Вот это поворот! Армия волков! Армия фигов! Что, простите? Давайте, давайте, остановите! Остановите их! Остановите их! Остановите, остановите! Все, я, короче, придумал. Будет какая-то овца. Овца живенькая. Давайте, победите их! Победите! Ёлка-ломаны, вы поставьте себе! Если бы они бы не победили бы их! Покажите. Они сражают за кого-то. Точно. Давайте зомби придумаем. Давайте зомби. Почему бы и нет. Так, ставим время суток ночи. Да. А потом вот. Ой. Вот. Держите этих могучих. Вы что не слушаетесь? Алло, ну там же зомби. Зомби. Ау. Надо еще времени суток поставить. Давайте, победите. Победите их. Ну что вы такие сосранцы? А может еще вам приготовить? Сегодня полет. Так, ладно, пусть они женятся. Пусть они женятся на них. Мяу. Точно, точно, придумал, 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 придумал. Ёкаломаны. Точно, придумал. Вот здесь и будет домик кошечки, кошек и собачек. Так, смотрите.
Вот, смотрите, вот я вам поставлю. О, у меня же осталась рыбка. Котик, котик, рыбешка. Ай, я забыл. Ай, да какая там кнопка? Я забыл. Так, ну... Эндер, если ты смотришь это видео, то... Застай кота. Ладно, поехали. Так, нам нужен кот рыжего цвета. Так, нафиг тебе это не рыжий цвет. Не рыжий. Не рыжий цвет. Не рыжий цвет. Вот наш Симбочка-Пимбочка, так сказать. А на этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем пока!